Актриса Екатерина Градова не простила своему красавцу-мужу Андрею Миронову его измены. Подала на развод, о чем всю жизнь потом жалела. Градова с Мироновым познакомились в театре «Сатиры», куда она пришла работать после окончания школы-студии МХАТ. Главный режиссер Валентин Плучик сразу предупредил новенькую, чтобы она держалась подальше от театральных ловеласов Ширвинта и Миронова. Но Андрей Миронов сам не устоял перед красавицей. Миронов и Градова поженились. У них родилась дочка Маша. Она, как и родители, стала актрисой. Андрей Миронов ревновал жену ко всем – друзьям, коллегам, театру – и мечтал, чтобы она посвятила себя семье, а сам при этом наслаждался вниманием поклонниц. Градова знала, что муж часто ей не верен. Градова терпела измены мужа 5 лет, а потом подала на развод. Но спустя много лет актриса пожалела о разводе с Мироновым. Говорит, надо было переступить через свою гордыню. Но почему она не проявила женскую мудрость и не закрыла глаза на какие-то вещи?